А петля где? Попробуйте. Такие маленькие, а вот эти вот. Они по 100. Какие самые вкусные? Попробуйте. Такие вкусные. Я тоже всех попробую. Белые очень вкусные. Давай нам белые, давайте красные еще. Спасибо тебе. Ого. Еда! Жоу! Нашего сплава это какая-то фигня. Вообще ни о чем. Разве ж это экстрим? Кать, ну скажи, не страшно ни разу. Что с твоими глазами? В них испуг! В них испуг! Это ГЭС, которая уже больше не действует. И вот здесь такой висячий мост. А мне кажется, уже все позади. Весь экстрим позади, это уже ерунда. Вот они, дары цивилизации. Все по дешевке. Налетает. Его мы только не видели на Алтае, но ГЭС еще нет. Она больше не действующая, но от нее идет вот такой вот шумный бурный поток туда вниз. Вот, посмотрите на эту пресыщенную аудиторию. За их плечами такие переживания, такие стихии, такие трекинги, сплавы. Вот здесь. Река Чимал сливается с Катунью. А, вон, вижу рафты за 700 рублей. Здесь по статистике 300 солнечных дней в году. Вот такая база отдыха Турции. Как зовут котеньку? Котенька такой. Прощаемся с первой партией наших туристов. Иван и Женя уезжают в Барнаул. А другие ребята уезжают на Белуху гонять на вертолетах. Только мы остаемся зимовать. Как она меня бесит. Вот, посмотрите на это лицо. Жень, ты меня бесишь еще больше. Ты поедешь на Лексусе? Ты поедешь на Лексусе? Серьезно? А что это за талисман? Это вы узнаете вечером на галаужине. Или пока съемка из будущего. А низкий пан на галаужине. Их не бывает. Завязывай, загадывай. Лиши, пожалуйста. Всех тебе. Вот такой костюме талисманчик жизни. Всем вручает Travel Trophy после прохождения кругосветки по Алтаю. Да. Шерсти я тибетского какого-то осла. До свидания, Макс. Спасибо большое, было здорово. Пойдемте пить чай, девочки. Я устал прощаться с этой группой, товарищ. Эти прощения такие выматывающие. Ну все, нам отдают паспорта, мы свободные люди, теперь мы можем наконец-таки вырваться из плена. Смотрим на все это и думаем, как с этим можно расстаться. Взять и уехать в Москву от всего вот от этого. Прощание, последний день завтра. Вперед к цивилизации.
Вода, вода. 28 градусов. Такой пляж на базе Турсиб. Можно здесь шезлонги и полежать, позагорать.